Так, ребята, быстренько сниму сегодняшний фудбанк, а то у меня случайно все съедят дети. Уже съели, короче, два тонких багета, которые я взяла. Остался такой багет. И остался такая вот булочка, все мягенькая, интеллигентненькая. Уже распечатали, съели почти всю колбасу. Вот такой большой пакет колбасы с салями. Вкусная она, конечно, я понимаю. Давайте по заморозке пробежимся. Так, это у нас курица, это у нас тоже заморозка курица, это какие-то такие биточки с ветчиной, с картошкой, с какой-то зеленью и соусом. Вот одна пачка, вот вторая. Видимо, их надо делать в духовке, разогреть. Сейчас попробуем. Значит, филе с свинина порк, значит, филе биф говядина, котлетки. Вот такие готовые, видимо, с говядины, да. Кусок свиной корейки вот такой, натуральный, на шашлык пустим. И такая вот, какая-то в коробке бумажная ветчина, такая интересная, тоже заморозка. А не, это с туркой, с индейки, наверное. Так, вот такой кусок ветчины. Большой, причем обратите внимание, нарезанный, видимо, очень вкусная. Вот такая вот. Дальше тяжелая такая. Что тут? Лимон чикен какой-то. Даже не знаю, что это, чтобы объяснить вам. И чили бинс какой-то, суп с фасолью. Дальше. Это рис, причем готовый коричневый. Макарошки обычные, это тоже макарошки. Дальше вот такие вот очень-очень вкусные кинг. Очень вкусные для бутербродиков такие булочки, вообще как Пасха. Вот такая вот бутылка. Это молоко или что это? Сынок, это молоко или что это? Да. Короче, бутылка молока. Кстати, молоко очень редко дают, не знаю почему. И вот такие вот. Сынок, открой, пожалуйста. Стоили $5 пончики, короче, такие. Вот. Чуть-чуть они потаяли, пока мы их довезли. Вот такие. О, куча шоколада. Вкусненько. Проверяем на мягкость. Тринь, мягкий. Вкусный шоколад. Вот такой вот фудбанк. В основном заморозка. Что не может, не радует. Пойдет на шашлычок. Все это пойдет на шашлычок. Все. Всем спасибо. Как обычно, под видео есть ссылочка, в которой вы сможете найти, где этот фудбанк находится. И вам для того, чтобы его взять, не нужно никаких прописок. Просто приезжайте в нужное время и берете. Все. Всем пока-пока.